Гуриски. Виктория Буцаева тренирует Волчкова. Виктория Волчкова. Да, долгие годы в Москве. В клубе «Москвич» работал Виктор Николаевич Кудрявцев, ну и продолжает работать. И вот его ученица Виктория Волчкова теперь работает там же тренером. И в этом сезоне уже две своих ученицы она представляет на этапах гран-при. Умница, 3-3, каскад, здорово. А вот лут с касанием было обидно. По-моему, касание было второй ногой на выезде. Досадно, конечно, досадная ошибка допустила наша фигуристка, но что сделать? Надеялся так, что все будет хорошо, что хорошо откатает, но, к сожалению, допущенные ошибки, они есть допущенные ошибки. Симпатичная девушка, стройная, прекрасно смотрится, красивые линии, хореография.
Все это есть, но вот с точки зрения этих дурацких прыжков, конечно, выступление не ахти. Да из чего, понимаете, там были прыжки такие, которые она прыгала в короткой программе, идеально их исполняла. Еще взялись эти вот ошибки, совершенно непонятные. Абсолютно на нее не похоже было сегодня катание. Абсолютно. Начало было изумительное, тройной тулуп. Да, каскад был начало здорово сделан, тройные два прыжка, а вот потом дальше пошло. Вот как раз мы с вами видим этот каскад. Да, первый прыжок чистейший выезд, и второй прыжок высокий прыжок. Причем второй она сделала выше и мощнее, чем первый. А вот затем таки ошибка первая мелкая на тройном луце. Вот мы видим, что она приземлится с касанием второй ногой. Да, но выйдет еще. Здесь она смогла выехать, но, к сожалению, уже на следующем элементе падение было, да. Фиаско, да. Вот она даже не успела ногу вынести назад на выезд. Таким образом, каскад тройной Бергер, двойной тулуп его не было. Вот попытка исполнения тройного Сальхова. Тоже не так круто. Да. Она перепрыгала каскад тройной Бергер, двойной тулуп позже в программе, после вот того первого своего падения. Да, но самое главное, вот, не знаю, Андрей, падение, но не сникать как-то, вот, не привыкать, оно что не получилось сникать. Надо поднять настроение было и катать до конца, так подбадривать себя. Так как-то все-таки мне настроение видно было, что упало после первой ошибки, то вторая ошибка следом пошла. Сейчас Виктория смотрит, конечно, повтор, там стоит монитор маленький, естественно, видят все ошибки. Я сейчас смотрю на Вику Волчкову, и так, конечно, она стала продолжателем истинно российских традиций, тренерских традиций, появляться у бортика в шикарных шубах. Вот это вот фэшн-традиция нашей отечественной школы фигурного катания продолжена. 89-81, смотрите. Хотя, конечно же, она должна набирать за 100 баллов.